И всем привет, с меня Александр Навас, и сегодня я играю в Far Cry 5, это пятое прохождение данной игры, сегодня я играю в нее, прошлую часть не записалась, но это не важно, надеюсь, все сейчас нормально слышно, все нормально. Так, Округ Хоуп, мы сегодня дальше продолжаем играть, и нам надо побежать до задания. Задание у нас здесь. Есть работенка для всех желающих. Эй, не сможешь помочь? Похоже, эдемщики заперли кучу ангелов в подвале. Окей. Не знаю, разберись с ангелами в подвале. Окей, ладно. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Так, нам нужно сделать вот. Я сделаю это. Так, получается, это где-то... Вера не должна остаться в живых после того, что сделала. Надеюсь, так, ты погнали. Поможешь. А. Это в доме, что ли? Или что это такое? День добрый. Входим. Не понял, что? Зацени, в игре можно свои уровни делать. Заходи. Чё ты? Так, показывай дорогу. А ты кто? Есть. Сюда иди. Чё ты бегаешь, ты дурак какой-то. Сюда иди. Сменю позицию. Без проблем. Сюда иди. Сюда иди, сюда иди, сюда иди. Ладно, пошли. Все, ты готов, пошли. Обалденная игра. Попробуй обязательно. Короче, расскажу чуть-чуть, до чего я прошел. Во-первых, я открыл почти всю карту. Вот эту вот всю. Которая. Вот этот регион Веры, я его весь открыл. В общем, в чем прикол? Возможно, я это снимал, возможно, нет. В общем, здесь я открыл все. Здесь я дошел до... Я уже давно это обошел все. То, что здесь было этот... Штука с ангелом была. В общем, я все это открыл. Ну и, наверное, на этом я не буду останавливаться. И буду проходить дальше. Я сейчас здесь, значит, это какое-то место, магазин Нолана Наживка, да. И мы проходим игру здесь, ладно. Все, погнали. Так, где я? Ты что, дурак, что ли? Куда зашел? Ты сюда, блин, зайди, тупой. Зайди сюда, забегай, забегай, забегай. Черт возьми! Вот ведь черт! Сбегай сюда. Конечно. Пошли, 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 пошли. Ага, сделаю. Давай, молодец, молодец, все, 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 все. Никак не получится. Я бегу! Прикройте! Пошел. Прикрывай. Давай, без давай. Без проблем. Это тоже наше. Не хочу тебя подводить, но нет. Пошел, пошел, пошел. Вижу противника! Так, мочим, мочим, мочим. Мочи, 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 мочи. Все, я-то думал, здесь что будет. Это всего лишь подвал. Че? Лично я как в аду побывал. Что там давалось-то? Это вот фигня мне нужна. Лопата. Кого-то можно еще обыскать. Так, ну все. Погнали. Пошел. Я уж думал, что я труп. Ты за мной вообще пойдешь, нет? Слышал, ты помогал защищать тюрьму. У меня самый большой запас презервативов в штате. Между прочим.
Впрочем, это важно. Так, куда мы идем? Давайте посмотрим. Так, мы должны идти куда? Эрл Уотсон. Поехали тогда сюда. Или нет, давайте сюда. Погнали. Что там, как акулы? Так, у нас здесь два этих. А, акула. Да, акулу я могу уже выбрать, по идее. Но пока что давайте я с этим останусь. Или акулу призвать, я не знаю. Пока что меня этот чел устраивает. Ладно. Спасибо, что подождал. Так. Отличная недвижимость на берегу. Как раз в этот момент сейчас возьмем. Сейчас. Так вот. И выбираем, и как раз. У нас получается так, то что. Как буду нужен, позовешь. Он же не выпрыгнет из машины. Нет. Я поехал с ним. Акулу пока что оставлю. Едем, едем, едем. Прикрой! Акула где? Акула приехал. Да ладно. А он что делает? Смотри, побежал куда-то. Это кто? Нагать почему-то начала играть. Помоги! Черт. Не, залагало почему-то. Акула, акула, акула. Где ты? Лагает игра, наверное. Надо перезайти опять. Акулу убили? В смысле? Че, дурак, что ли, блин? Твою мать. Идиот. Акулу только призвал, его уже убили, да ладно. Какого-то еще скоро буду. Надо. Где ты? Вот, Крис Хиттон вернулся. Ты чё? Тоже. Оп. Больно, обещаю. Жду
твоего сигнала. Второй где? Твою мать. Тихо. Прикрывай. Вижу. Давай, Крис, убивай его. Нам нужнее, чем мертвеца. Так, ну все, по-моему. Твою же мать. Нам сообщили, что в оранжерее... Ну ладно. Нам сообщили, что в оранжерее засуетились эдемщики. Там в свое время начали делать блажь. Мало ли что еще им придет в голову. Спасибо за задание. Сейчас. Китон. Но акулу убили, я не знаю, почему его постоянно убивают. Вроде специалист, он должен быть таким нормальным. Почему бы и нет? А его уже здесь нету, блин. С какого-то нашего убили. Ну ладно, садимся на тачку уже. Там что-то такое есть, по-моему. Давайте зайдем. Побег. Тайник выживальщиков. Здесь я убил своего первого оленя. Что там? Да что ты делаешь? Ну ладно. Так, спокойно. Так, дальше что? Там тачка крутая. Ладно, здесь что есть? По-моему, больше ничего. Давайте поиграем. Far Cry Arcade. Нафиг это надо. Ну хотя бы показал, что это такое. Far Cry Arcade. Ладно. Мы закончили на том, что здесь надо войти. Пошли. Тихо. Идем, идем, идем. Че, медведь? А че, он злой? Ну да ладно, уже не важно. Все. На тебе. На. На. Так вот будет интереснее. На. На. Пенал. Ладно. Что-то дальше. Так. Тачка. И еще открытый этот. По-моему, здесь что-то было. Пошарить будет потом. Вдруг патроны найду. А здесь что? Так, тайник какой-то. Твою мать! Это кто здесь был? Китон, ну ладно, ну стой там тогда. Ладно. Какой свежий воздух. Тайник. Так. Так, что получается сюда? Еще одна тачка.
нет места. Обыскать нет места. Так, тут все, по-моему. Привет, это... Черт возьми, младший! Эта штука работает! Ты все делаешь правильно! И без тебя знаю! Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Так что я сам разберусь, что и как делаю. Так. Привет, я Хёрк Драбман старший. Я ветеран. У меня есть небольшой бизнес. Твою ж! И я стреляюсь в Сенат. В кого? Там никого нет. И я не хочу, чтобы безбожные хипари превратили ее в Канаду. Еще раз. Привет, это... Привет, это... Кажется, за мной приглядывают. Какую тачку выбираем? Эту или... Эту? По-моему, они одинаковые. Нет, они разные. Даже не знаю. Давайте на эту тогда все. Нет, это какая-то некрасивая, по-моему. Я не знаю. У этого такой салон. Ну, вообще без разницы, как бы, но все-таки это поприкольнее будет, наверное. Ладно, поехали. Кидан. Поехали. Так, поехали. Так, поехали. Так, выезжаем. Так, куда мы едем? Сейчас посмотрим. Так, что-то не грузится, ладно. Да, что-то лагает. Видимо, это надолго. Так, ну, по идее, мы должны куда-то в другое место теперь ехать. Давайте поедем сюда. В хижину или вот сюда. Как-то так. Ребят, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов, если хотите видеть его на канале. В общем, пишите комментарии под видео. И всем удачи и всем пока.